Здесь у нас новое оборудование, вот как раз пришло, мы как раз вот установили, работать начали на нем. Две струнные резки, которые мы делаем, овсяное печенье. Здесь у нас идет автоматическая подача муки, сахара, то есть оно автоматом взвешивает. И вот сюда в тестомесильную машину выкладывается. Здесь замешивается. Да, сюда. Здесь замешивается тесто. И потом подается на две эти формовочные машины. Здесь держа опрокидыватель, вот мы его сюда ставим, он опрокидывает и уже идет печи тестовые заготовки на формовку. Вставляется, поднимается, опрокидывается, вот это держа вот сюда. И она в две стороны распределяет тесто. Здесь у нас уже идет, как готово печенье, здесь вот остывает, то есть и подается вот на транспортер. Угу. То есть где они проходят остывание. Да, они здесь туда остывают. Да, они вот проходят по ленте и идут уже туда окончательно на упаковку. Угу. Еще не успели, только то поставили, здесь будет холодный воздух подаваться. Пока, естественно, они пока ходят туда-сюда, а так вообще холодный воздух. Ну так-то хорошо, да, остывают они, успевают остывать. А когда вид печенья меняется, как это происходит? Технологически приходит формовка, да, другая идет? Да, матрица другая, тестовые заготовки другие, тесто другое, время и режимы выпечки. Сделали, там все помыли. Да, да. Нет, мы в основном делаем целый день, один вид. То есть либо это вот такие. Я имею в виду, когда переключаетесь уже на другой вид. Да, мы переключаемся, вот день поделали, то есть мы если два дня заявку сделали, все, то есть на другую уже поставили, замешиваем уже другое тесто и другие печенья. Соответственно, даже этикетки, весы у нас все разные. Здесь у нас уже вот упаковка, то есть у нас очень много упаковочных машин. Здесь упаковочная машина, там вот две упаковочные линии стоят. Здесь линия. Вот так они сейчас здесь упакуют. Ну, вот здесь у нас оборудование как раз вот автоматической подачи, то есть просеивание муки, овсяной муки первого сорта, то есть отсюда начинается жизненный цикл печенье. Здесь у нас автоматическая линия раскатки теста. Здесь мы раскатываем слоеные изделия, сдобное печенье. То есть раскатывается и подается уже на разделочный стол. Остальное уже вручную. Но у многих предприятий нет раскаточных столов и разделочных. То есть они вручную катают. У нас. Да, и даже нарезают. Здесь у нас пресс теста, то есть оно прессуется. Здесь у нас витрина для теста. Первостепенная наша задача – выпуск безопасной продукции, поэтому у нас вот все инструкции мы вот вывешиваем на каждый цех. То есть там у нас овсяные, обозначенные всегда разные. Инвентарь у нас, работа с аллергенами, потому что не должно быть перекрестного загрязнения. Вот как раз можно посмотреть, ребят, как раскатывается тесто. Так, ну что, в печку ставите? Туда понесли, что ли? А, вы на этом? Да. Нет, она согретая, 223. А свет горит, когда это не значит? Нет. Вот температура заданная, вот реальная температура в печке.